Знаки поставили в течение одних суток, хотя добивались этого с апреля месяца. Жена моя, правда, позвонила в субботу, предупредила, что будет забастовка населения местного, что преградим дорогу. То, что это технологический транспорт для устройки авиаремонтного завода, невозможно из-за него дышать. Ветер в одну сторону, значит, одна сторона деревни в пыли. В другую, значит, другую. Повесишь белье, оно все грязное. Что стирал, что не стирал, одинаково. Ягоды съесть невозможно, вода вся в пыли. На сегодняшний день, получается, и ГАИ работает, и ДРСУ знаки уже поставила. Ну, вроде бы, какой-то эффект есть.